Сегодня у нас утро, 17 уже ноября. Вот посмотрите, открывается вид на океан. Вот. Находимся мы в отеле, который... Лёша, как называется отель? Ну, Лёша, скажи нормально. Не могу запомнить длинное название. Байя Принципе. Байя Принципе. А что значит это? Бухта Принца. А, это бухта. Блин. Вот сейчас я запомню. Байя — это бухта, люди. Бухта Принца. Просто вам показываю. Такая красота. Такая красота. Видите? О, все, они так вылизывают тут с утра, блин. 6 утра я встала, они тут все уже. А вон там написано Байя Принципе. И не надо было тебя спрашивать. Тенерифе. А так. Все, я теперь знаю, где смотреть. Сейчас мы... Я хочу, не знаю, как Лёша, но я хочу туда спуститься, вон туда, и поглазеть там. Ну, конечно, купаться, люди, я не рискну. Я там вчера видела, такая шла волна просто. Отсюда огромная, так там она, наверное, вообще капец. Ну, тут не страшно, тут вон столько бассейнов. И мы вчера ходили рядом, вот там еще отель, видите, там тоже вот столько бассейнов, то есть... А мы туда пойдем, вот туда, это вот, в том бассейне купаться с длинным. Ничего это нам не скажешь? Нет. А мы ведь тут везде можем, да, все ходить? Да, везде, в каждом баре ходить, жрать. Да, и везде, во всех ресторанах мы тут можем есть, и в барах. И все у нас включено, представляете? Вот это супер. Класс. Здесь можно объесться мороженого, обожаться сосисок. И мы скажем правду, что мы всего за 7 дней, за такой отель... на двоих человек заплатили 1500 евро. Это, ну, для человека, который работает в Испании, это, ну, это вообще, это цена просто супер, да, Лёха? Вот такие мы молодцы. Вот мы заработали. Нет, мы не такие мы молодцы, а вот такая замечательная у нас семья. Да. И ничего мы ни в какой ни кредит не взяли, еще и с собой взяли деньги, и все у нас нормально и хорошо. И сейчас мы будем вам показывать каждый день. Вчера просто я очень устала, просто супер как устала. Только хватало на короткие вот видео у меня. А сейчас вот, сейчас уже буду делать вам длинные видео. Ладно, следующее включение. Идем мы. Вначале кофе попьем. Вначале там, там вот кофе можно пить. Сколько нет, хочет. Там внутри. Ну, в смысле, где-то вот там. Да? Вон там, вот в будке. А, вот тут, точно. Я тут на тот бассейн смотрю, а вон тут тоже бассейн. Сейчас я выйду, вам покажу все бассейны. Ладно, до следующего включения. Правильно я нашла? Что ты там такое взял? Кокосовый ликер. Ага. Вот смотрите. Что-то не знаю, думаю, что-то с утра уже водку сулит. Привет всем. Да, думаю, что-то с утра водки, с водки начинает, что ли. Нет, Леша 100 грамм и это все, и день пропал. Нет, если водку не... так пить. Нет, это кокосовый ликер. Вот она тихонечко и густа. Угу, ладно, а я буду кофе пить. И куда мы дальше-то пойдем? Туда. Тут отель, а и мы по, не... И через него попадем в море. Ага, супер. Не в море, а в океан. В океан, да. О, все супер. Смотрите, какая красота. А только у меня два слова. Это красота просто невероятная. Так. Это вот, смотрите, уже вот у нас такой ресторан. Я хочу вечером мы что-то там ели, а тут вечером так классно, им такие ставят эти с
свечки, и тут такая музыка вечером. Правда, у нас сегодня вечером азиатский ресторан, но это в другом отеле, мы туда записали. Сам записываться надо в азиатский ресторан. А на следующий день мы в итальянский записались в ресторан. Ну и потом уже оставшиеся дни, тогда уже будем тут сидеть. Вот такая красота. Не, я ничего много не... Я и хлеб не ем. Я беру только рыбу. Рыбу, ну, это с овощами на гриль там. Ну, я это там снимала. Маленьких шорт-видео будет. Тарелки все время снимаю. Фрукты ем. То есть я думаю, что я здесь не разжирею. Я ничего такого вот не ем там. Ну, я стараюсь тут есть то, что, ну, то, что как бы, ну, в обычной жизни. Ну, не то, что дорого, а просто как бы я некоторые вещи не, ну, как бы не знаю, во-первых, как покупать их. Вот эти вот мехильоны, я вообще раз-два покупала, какую-то парашу все время покупаю. И при том покупала, ну, в рыбной лавке, не знаю. Ну, в общем, как бы такие есть же вещи, вот эти всякие какие-то там, они готовят осьминогов или вот еще что-то. Я как-то один раз, помню, готовила осьминог, что ли, был у меня как резиновый, как... Ой, кошка идет, смотрите. Кошка такая наглая идет. Как мы там... Мы сегодня ночью, знаете, этот лежу. И так ноги стала протягивать так осторожненько. Ну, потому что у меня кошки все время в ногах спят, и чтобы я их все время скидываю на пол. И сегодня, представляете, заметила, что ночью точно так же так медленно ноги стала протягивать. И сразу про своих кошечек вспомнила. Сынок с ними остался, если кто вдруг начнет спрашивать, с кем кошки. С сынком моим. Вот, смотрите. Прямо тут каждый угол, такая красота, каждый угол. Вот сам ресторан такой, смотрите. Боже, какой красивый ресторан. Никто не орёт, не снимайте, вообще никто такого не говорит. Смотрите, какие потолки. Это вообще... Какая красота. Ну, потому что скоро обед уже. Потому что сейчас уже 12. У нас за нами закрепленное место. То есть вот у нас есть место, никто наше место не займет. Вот. Вот так. А я же в туалет пошла. Куда пошла? И забыла, куда пошла. Я же в туалет пошла. Потому что, смотри, я выпила кофе, стакан лимонной воды, потом апельсиновый сок. Так что до океана сейчас пойдем. Вот смотрите, какой туалет. Вот так я оделась. Видите, как это, англичанка в шортиках. Они тут все в шортиках. Вот у меня, смотрите, такой этот браслетик. И вот этот чип. И вот этим чипом прикладываешь к двери, и дверь открывается. Тут все, все свои тут надела. Свою бижутерию. А кучу, куда мне ее относить там? Совсем некуда. Вот такое, смотрите, тут. Так красиво. Так, снимаю. Вот там такой прям цвет приятный. У нас в номере тоже такой шампунь классный. И гель для бани. Ой, то есть для душа. Смотрите, как все мрамор. Это вот здесь ребенка переодевать, это для инвалидов. Тут все вот дверные вот эти, как проемы, да, называются, они все сделаны, созданы, чтобы инвалидная коляска проходила. То есть здесь нет никаких... Я когда приехала, я так удивилась и думаю, почему это вообще в Испании нет никаких порогов нигде. А теперь я понимаю, что этих порогов нет нигде, потому что, чтобы инвалидная коляска проходила. Ну ладно. Посмотрите, какая красотища. Лесенка. Я вчера видела, как они специальной жидкостью эти лесенки натирали. Ну, вот эти вот перилки. Вот такой.
Леха, Леха, давай скажи, не повезло мужу, что у него мать блогер. Ой, мать, говорю, жена блогер. Ну, я и мать тоже. И жена, и мать. А пойдем там посмотрим. Пойдем. А что там? А, вообще-то мы же в этот магазин поедем. Да, я не хочу больше в этот магазин. Ага. Слушайте, здесь такие красивые герани. Такой у них цвет. Ну, нет, это не герань. Нет. Вот я там шла, блин. Так я как через эту самолет-то не смогу протащить, наверное. А или нет, вот наш номер был. Вон, это Леша раньше был тут с вот родителями. Да, вот тут балкон. И вон там мы были с мамой, с папой. Вот. Леша, ну, приехал вспомнить. А мне какая разница, куда ехать, и мне все равно. Блять, я хоть куда поеду. А вот боец жизни. Пойдем это, поснимаем этот. Посмотрите, какая красота. Писину. А у нас, наверное, тоже, видите, в писине. Я тоже хочу. У нас под окном все время прыгают в писине, я завидую. Сейчас у нас в нашей мире тоже сейчас проводят это, да? Нам просто надо Лёше купить, ну, новые эти пляжные принадлежности. А то я тут хожу, мучаюсь жизнь. Ну, так. Я-то хожу, все себе покупаю, он ничего не покупает никогда. Никогда не говорит, что ему надо. Да? Сейчас я немножко поворчу. Я почему-то думала, что у него все есть, а чемодан начали собирать, и ничего у него нету. Так что сегодня поедем в магазин, все покупать Лехе. Зато новое будет. Зато все супер. На следующей неделе сюда заезжает 1 500 000 человек. Так это немцы. Туристы. Ну так это. Ой, посмотрите, какая красота. Я вот видела только такие вот красные. У нас вот только красные, а тут смотрите, какой цвет просто. Боже. Ой, там музыка эта. А еще и желтые. Здесь желтые такие. И музыка гребаная там, блин. Какие-то гиспики. Нет, это у меня вот тяжело запомнить название. Гипусы какие-то. О, боже, рай. Ну вот разве это не рай? Блин. Прямо до сих пор хожу, не верю, что я здесь. Вы говорите, что немцы типа там голодать будут, замерзать, да пш, они вон все сюда приехали. И они тут не на неделю приезжают, как мы, а на месяц, наверное. Ой, вон там песина. Королевские апартаменты. Вон они там танцуют. А с нами везде говорят на английском. Да, ведь, Лёша? Вообще. Вот все время надо говорить, что, пожалуйста, это... Все время оправдываю, что мой my English very bad. И все время говорю, не хорабло испаньол. Это позорище такое. Ну ничего, Лёша-то разговаривает.